Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мелогейм, и мы играем в ПК-XD, и мой корабль уже приземлился на землю. Мы сегодня с вами посмотрим обновление новых ПК-XD. Спасибо ребятам, которые написали мне в комментариях, что вышло новое обновление. А еще сегодня мы с вами откроем секретный ящик. Найдем секретный ящик новый, который появился в игре. Ребята, всем спасибо за комментарии, и сегодня мы еще передаем приветы. Те, кто хочет получить привет на моем канале, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, что хочу получить привет. Обязательно передам в следующих видео вам приветик. Мальчик, рад меня видеть. Я тоже тебя очень рада видеть. И обязательно, если ты захочешь, то мы с тобой подружимся. Так, ну что, ребята, давайте-ка мы посмотрим, кто у нас сегодня попал в видео, и передам приветы. Так, хочешь со мной дружить? Конечно же, хочу. Привет сегодня получают мои любимые подписчики. Я вас всех очень-очень люблю. И желаю всем крутого настроения и прекрасного дня на сегодня. Да, ребята. И пишите в комментариях, кто хочет получить приветы. И не забывайте, конечно, подписываться на канал и ставить лайк. И вот, ребята, уже обновление. Робот у нас обновился. У него появилась вот такая прикольная... Не знаю, как это назвать. Подставочка и джойстик. Он у нас теперь играет. Нажимает на клавиши. Посмотрите, какие цветные у него клавиши. И он жмет усердно своим большим, огромным пальцем. Вот мы у него под рукой. Очень прикольно здесь полазить. А еще можно запрыгнуть наверх и покататься на его руке. Она у него туда-сюда дрыгается. Сейчас попробую запрыгнуть. Посмотрим, как же можно на нем покататься. Какая у него классная перчаточка с подсветкой. Графика в игре очень-очень красивая и много разной подсветочки. Ну что, друзья, не будем долго тянуть и сбегаем за коктейлем, чтобы выше прыгать. А знаете, для чего нам это нужно? Для того, чтобы достать секретный сундук. Он находится, конечно же, высоко. Как и всегда в этой игре, сундуки прячут очень-очень высоко. Поэтому берем с вами вот такой супер-супер коктейль. И бежим быстрее в робота. Мой крокодильчик сегодня какой-то сонный, он хочет спать. Наверное, гулял всю ночь с другими крокодильчиками или другими питомцами и не спал. Ох уж, какой он у меня хулиган. Ну что, друзья, забегаем вовнутрь и смотрим, что же там интересненького появилось. Уже не терпится посмотреть. О, аркады, здесь будут новые игры, мини-игры. Интересно посмотреть, что же здесь будет новенького. Я вижу, здесь есть столы для аэрохоккея, еще есть игровые автоматы. Это какой-то такой интересный игровой клуб. Прикольно. О, какие красивые здесь летают квадрокоптеры. Давайте попробуем на них запрыгнуть. В костюме и с супер прыжком я прыгаю очень-очень высоко. В обычном костюме так не подпрыгнешь. Да, после такого костюма, когда одеваешь обычную одежду, очень-очень непривычно становишься непрыгучим. Давайте-ка еще раз попробуем запрыгнуть с первого раза. Это очень-очень сложно. А сундучок у нас находится за телевизорами на самой верхушке вот этой башни. Сейчас попробую настроиться, чтобы сразу быстренько запрыгнуть. О, ребята, у меня получилось. Я стою на одном из вентиляторов. И вот за этими телевизорами есть сундучок. Вот он, ребята, отлично. И мы берем вознаграждение. Что же тут будет? Так, 500 монеточек и билетики. 50 штук билетов. Круто, целых 50 билетиков мы получили в этом сундучке. И здесь такое прикольное местечко. Мне здесь нравится. Никто меня не видит. Я спряталась за этими огромными телевизорами. Даже не хочется отсюда уходить. Очень-очень прикольное здесь такое местечко. Если играть в ПК-XD в прятки, кстати, можно поиграть. Было бы интересно, если бы много собралось ребят, можно было бы поиграть в прятки. И это было бы самое крутое место. Мне кажется, здесь бы никто никогда не нашел. Да, ну все, ребята, выпрыгиваем. Нужно пойти поиграть в новую мини-игру. И посмотреть, что же там будет интересненького. Это у нас бега. Бега остались теми же. То есть внутри все то же самое, та же самая трасса. И здесь пока еще закрыто. Так, все закрыто. А в эти игрушечки поиграть никак нельзя. Они не работают. Это просто для красоты. Может быть, потом они будут работать. Было бы очень круто. Но пока они не работают. А вот и парад питомцев. Пэт-парад. Ну, давайте зайдем.
А здесь прикольненько. Так, что тут можно сделать? Здесь можно золотой такой челдобончик у нас. Посмотри рекламу, чтобы увеличить количество билетов до 400. Но рекламу пока смотреть не будете. Можно будет потом это сделать. А теперь я хочу снять шлем, чтобы было видно мое лицо. Кстати, у меня новая причесочка. Сейчас увидите, ребята. Вот такая. Немного тонированные кончики оранжевого цвета. И сегодня, кстати, я в костюмчике, который с оранжевыми вставочками. В прошлом видео я была фиолетовый костюмчик была, а теперь оранжевый. Ну и, конечно, под цвет у меня вот такая маска оранжевая с молнией. Еще можно было бы купить золотые волосы, но это, я думаю, в следующем видео, ребята. Ставьте лайки, наберется много лайков, я еще что-нибудь прикуплю интересненькое в ПК-XD. Ну все, ребята, мы готовы участвовать, и теперь берем билет на участие в параде питомцев. Так, нужно нажимать на кнопочку, когда видишь нужного питомца. Я уже поняла правила игры, и вот уже ребята играют. Посмотрите, короны какие-то интересные дают. Крутые короны. Они как голограмма. Ну, сейчас посмотрим, что же это за игра. Скольких питомцев ты видишь? Нам нужен слоник розовый в очках. Мне очень нравится этот слоник. Ну, давайте считать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 слонов я посчитала. Ой, 31, 32. По-моему, ребята, 32, но их было очень-очень много, и бегают они достаточно быстро. Но давайте определим, правильно ли мы ответили. Да, друзья, 32 слоника я насчитала. Кстати, это самый последний питомец из эпических питомцев, и я бы хотела такого слоника. Я хочу такого слоника, чтобы он мне попался. Может быть, он не попадется в следующий раз. Ну, посмотрим. Но пока я вместе с другой девочкой хорошо и правильно ответила. Мы молодцы. Да, поцелуйчик. Давайте еще раз попробуем, скольких питомцев ты видишь. Теперь это какой-то динозавр. Зеленый динозавр с рожками. Ну, считаем, ребята. О, как они быстро бегут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. 28 динозавров я насчитала. Надеюсь, что будет правильно, но бегут они очень-очень быстро. Так, да, нет, 28. Так, а я ответила, да, я нажала 28 раз, а насчитала больше. Так что я правильно нажала. Можно, в принципе, их и не считать. Просто нажимать на клавиши, когда вы видите нужного динозавра. Так и будем делать. Я думаю, что так мы больше, лучше. То есть, сосчитаем, девочка злится, они злятся, что проиграли. Ну ладно, в следующий раз вы выиграете. Зачем же так злиться? Правда, ребята, лучше вовремя нажимать на кнопочку. А это, по-моему, какой-то бегемотик. Так, посмотрим, какие же еще питомцы тут бегут. Так, нажимаем, нажимаем. О, здесь у нас слоники бегут и еще другие разные питомцы. Так, ну жмем, жмем, ребята, их здесь столько. Нужно успевать нажимать. Ну как вам, ребята, это обновление? Мне кажется, очень даже интересно. По крайней мере, здесь можно развить свою внимательность. Еще интересно, что же можно будет купить на эти новые билетики? Какие же будут обновления? Это новая валюта в игре, теперь можно покупать не только за самоцветы и монеточки, но еще вот за такие розовые билетики. Будем ждать еще обновления, я думаю, что скоро будет еще обновление, в котором можно будет тратить вот эти билетики. Поэтому нужно успеть накопить как можно больше билетиков. Я показала, что хочу мороженое, девочка мне ответила, что купи себе мороженку, ну купим. Так, а это какая-то кошка-енот. Кошка-енот, это енот, похоже. Давайте, ребята, считать с вами енотиков. Ой, какие они быстрые, уже 4 енотика пробежала. Ох, сколько же здесь кошечек. Кошечки у нас в шапке моряков. И енотиков очень много. Мне кажется, что я не успею их всех посчитать. Ну, посмотрим. Я думаю, что я неправильно нажала в этот раз. И мне кажется, что я проиграю. 37 это правильный ответ, а я ответила 36, всего лишь одного енота я не досчиталась. Ну ладно, это был сложный раунд, поэтому немного поплачем. Поплачем за компанию и немного посмеемся. Плакать, лучше не плакать, лучше всегда смеяться. Так, ну давайте еще раз поиграем. Кстати, эта игра очень затягивает, мне интересно даже еще считать и правильный ответ находить.
И мне нравятся вот эти установочки с кнопочками, что они горят разными цветами. Смотрится прикольно. Ну, давайте, нам нужны собачки. Нужные собачки. Кстати, очень собачки похожи на других питомцев, у которых ушки остренькие. По-моему, это лисичка. Правда, ребята? Или я ошибаюсь? Пишите в комментариях, лисичка это или нет. И вообще, друзья, пишите в комментариях, как вам новое обновление. Правильный ответ 17 собачек было. И я ответила 15 собачек. Вот так заболталась и неправильно нажала на кнопочку. Хорошо, давайте-ка мы с вами еще раз попробуем поучаствовать. Может быть, на этот раз мы правильно ответим. Так, какой бы мне смайлик сделать? Это эмодзи с поцелуйчиком. Теперь мы будем считать с вами хрюшек. Я думаю, что хрюшек считать легко. Они такие кругленькие, розовенькие и сразу выделяются. Да, ребята, хрюшек я люблю считать. Они как мячики прыгают. Так, считаем, считаем. Нажимаем на кнопочку. И слоны побежали. Так, у меня синенький квадратик горит. Мне нравится оранжевый и фиолетовый квадратик. Так, ну все, насчитались. Теперь смотрим. Правильный ответ 28 хрюшек пробежало. И я правильно ответила, ребята. Единственная, кто правильно насчитал хрюшек. Отлично, прекрасно. Лайк, ребята, не забывайте ставить лайк под этим видео. Ну и, конечно, писать комментарии, все комментарии по поводу этой игры. Так, сколько питомцев ты видишь? Теперь это... А кто это, ребят? Это какой-то бычок? Не знаю, кто это, что это за питомец? У меня такого нет. Крокодилы, прикольно. У меня, кстати, такой же крокодильчик вырастет. Быстрее бы он у меня вырос и поднялся в уровне. Они очень прикольные. У них такая мордочка длинная. Считаем, считаем. И смотрим, кто же на этот раз получит корону. Правильный ответ 12. Это носорог, ребят. У него рог на мордочке, точно. Прекрасно. Мой приз 100 монеточек и 20 билетиков. И многие ответили правильно на этот вопрос. 5 участников ответили правильно. Прекрасно. Сделаем вот такой жест. И многие ответили правильно. Ну а теперь мы с вами считаем бегемотика. Фиолетового бегемотика, тоже очень-очень красивого. Ну, вперед, питомцы, парад питомцев, и мы считаем бегемотиков. Так, кошечки, собачки и бегемотики бегут в этот раз. Все усиленно жмут на кнопки, чтобы успеть посчитать. А мальчик просто сидит, не нажимает на кнопки. Он не поймет, похоже, что же здесь делать. Еще многие не поймут, что же, как же играть. Но я думаю, что скоро все поймут, как правильно играть в эту игру. 25 бегемотиков пробежало. И мы супер молодцы. Почти все правильно ответили на этот вопрос. Красавцы. Да, всем лайк. Все крутые. Все правильно посчитали. Я думаю, что на этом достаточно. Дикобразов мы с вами считать уже не будем. Получаем наши подарки. Это 1080 монеточек и 200 билетиков. Прикольно. Можно, кстати, здесь очень много монеточек зарабатывать. Это очень интересная игра. Буду почаще сюда заходить, чтобы зарабатывать монеточки на новые предметы в этой игре. Погладим нашего крокодильчика. Давайте возьмем его на ручки. Он, похоже, уже очень устал и хочет спать, а мы его все мучим. Но ничего, мы сейчас немножечко с вами поиграем, и я уложу его спать. Ну, в век мы не пойдем, потому что там все то же самое. Обновлений пока нет, но здесь я вижу справа еще не открыто, поэтому будет что-то еще новенькое. И гонки здесь тоже очень прикольные. Можно будет сесть поиграть, возможно, если будет обновление. Будем надеяться на это. Ну все, самое главное, что ящик мы с вами достали. Теперь вы тоже можете достать этот ящик. Я вам показала, где можно его отыскать. И мы отправляемся домой. Но для начала я хочу переодеться в другую одежду. Я прикупила себе еще кое-что новенькое. Это лавовые сапожки. Давно их хотела. Но хотела я их примерить именно когда темно. Мне интересно, как же будут они смотреться в вечернее время суток. Вот такие прикольные лавовые сапожки. Еще у них следы в форме лавы.
Очень классно смотрится. И вот такие вот очечки. Электронные очки. Что еще у нас новенького есть? Еще есть наушники. Вот такие наушники, самые мощные, и в них играет очень классная музыка. Теперь гулять по городу будет весело. Ну что, ребята, полетели, полетели домой. Вот такие следы, ребята, посмотрите. Лавовые следы оставляют мои сапожки. Ребята, у вас такая погода? У меня очень-очень жарко, просто невозможная жара за окном. И вот такие вот лавовые сапожки у нас, такие же, как погода за окном, такие же горячие. Давайте немножко их остудим и прыгнем в водичку. Интересно, интересно, в лавовых сапожках мы плаваем. Ну все, ребята, я телепортируюсь домой. Сегодня еще нужно будет сделать мне ракету. Хочу золотую ракету сделать и поставить что-нибудь новенькое возле своего домика, какую-нибудь новенькую игрушку. Батут тоже очень классный. Сейчас мы на нем немножечко попрыгаем, а потом поставим что-нибудь интересненькое. Я видела здесь очень красивую лошадку, на которой можно будет покататься. Давайте-ка попробуем уложить дракончика, хотела сказать, крокодильчика спать. Не будем его мучить. Интересно, он будет спать или будет за мной бегать? Давайте проверим. По-моему, они здесь бегают за своими хозяевами, и их никак нельзя оставить, чтобы они поспали. Давайте. Вот, кстати, комната для питомца. Я же сделала новую комнату для питомца. У него здесь есть такой плюшевый мишка, чтобы ему было уютно находиться здесь без меня в своей комнате. Надеюсь, что он будет спать, а мы с вами пока сделаем небольшой ремонтик. Ну, посмотрим. Отправляйся в свою кроватку. У тебя новая вот такая большая красивая кровать. Еще двойная у него миска для корма и для водички. И вот такая вот ванночка. Я думаю, что ему здесь будет очень уютно. Еще хотелось бы побольше картин на стену, чтобы можно было бы что-нибудь интересненькое на стены вешать. Ну что, ребята, давайте купим игрушку. Для начала отправимся. А, подождите, друзья, я же хотела еще ванну купить. Да, большую ванну. Мне было интересно, что же это за ванна такая интересная. А вот сюда поставлю ванну. Она как джакузи такая, большая-большая ванная. А вы, ребята, пишите в комментариях, что можно сделать еще в комнате на втором этаже. Первый этаж я весь уже сделала, у меня там гостиная, кухня и мой кабинет для питомцев, комната и туалет с ванной. А вот второй этаж я еще ничего не делала, поэтому, ребята, пишите в комментариях, какие могут быть комнаты, что еще можно сделать прикольно, что-то интересненькое, может быть, вы придумаете. Я буду читать ваши комментарии. Вот она, интересная ванная. Мне прям очень даже интересно посмотреть, как она работает. Давайте-ка мы ее купим за 25 самоцветиков. О, посмотрите, ребята, следы от моих сапог остались. Так, запрыгиваем. О, вода льется посерединке. Очень интересно. О, мне нравится, ребят, правда классно. Вот так вот я сижу. Интересно, сюда можно только одного персонажа посадить? Я думаю, что да. Была бы она побольше, как будто бы это не ванная, а джакузи. Было бы прикольно. Но мне понравилась интересная ванна. И, кстати, мой аллигатор как ко мне опять прибежал. Что тебе не спится? Спал бы себе спокойненько в своей кроватке, а я пока ремонт сделаю. Но носится за мной. Давайте спрыгнем в бассейн. В бассейн не получилось. Так, немного поплаваем, охладимся в этот жаркий летний денек. И заглянем на улицу. Заглянем на улицу, посмотрим игрушечки. Вот она, лошадка с радужным хвостиком. И есть еще динозавр. Но мне, конечно, нравится больше лошадка. Интересно, а что же динозавр делает? Я такую игрушку ни у кого не видела. А вот лошадку я видела, поэтому я очень хочу себе такую же. Так, убираем наш батут и ставим вот эту прекрасную единорожку. Вот она какая, но она маленькая, я думала, она побольше. Ну, давайте покатаемся. Супер, ребята, какой звук. Красиво от этой единорожки. Еще и волна радужная идет. Мне очень нравится. Я думала, что будет попроще, но это интересно, да. Хороший звук и вот такая радужная волна. Мне понравилась такая единорожка. Мне еще нравится, как она своими копытками машет. Такая милая. Пока это самая любимая моя игрушка для моего дворика. Я с нее даже слазить не хочу. Она очень классная. Еще и звездочка снизу золотая. Крутая, крутая игрушечка. Ну а теперь покрасим ракету.
Золотой цвет, по-моему, самый последний ищем. Да, он стоит 2500 монеточек. Ну, дороговато, конечно, очень дорогой золотой цвет. Ну, что же поделать, золото, оно есть золото. Давайте теперь подберем цвет для турбин. Цветов очень много разных. Вот этот подходит, цвет фиолетовый. О, этот подходит на цвет лавы. Может быть, давайте сделаем фиолетовую. Хорошее сочетание. Золотой подходит к фиолетовому. И верхушечку теперь выбираем цвет для верхушки. Вот этот цвет хорошо подходит, желтенький. Радужная тоже очень, кстати, красивая. Можно будет потом поменять и сделать радужную. Но сейчас я думаю, что мы с вами сделаем желтую с такими небольшими завитушечками. О, бирюзовый тоже красиво смотрится. Но я думаю, что мы выберем золотую. Раз у нас золотая ракета, пусть верхушка у нее будет желтенькая. Ну все, ребята, мы красим ракету. Темновато пока, не очень-то видно. Но я думаю, что днем можно будет получше рассмотреть. Но красиво получилось. Так, ну что, ребята, я думаю, что пора укладывать нашего крокодильчика спать. Он уже устал. Или давайте-ка сходим в гости к соседу. Я не могу пройти мимо качели. Если я вижу качелю, я обязательно на нее запрыгиваю и катаюсь. И вот так от моих сапожек в разные стороны летят раскаленные лавовые угольки. Давайте быстренько рум-тур проведем по дому соседа. Посмотрим, что же там внутри есть. О, а здесь очень светло и красиво, такой голубой интерьерчик. Молодец, девочка постаралась, сделала очень красивый интерьер. Здесь у нее есть палатка, можно будет мне такую палаточку поставить. Есть вот такая зона для танцпола и для выступлений. Прикольно. Здесь у нас кинотеатр, два телевизора висит. Кстати, телевизор можно и побольше было сделать, маловато телевизора. Ну все, ребята, в принципе, я все комнаты оббежала быстренько и посмотрела, что же я могу себе интересненького сделать. А вы, ребята, пишите в комментариях, что же мне сделать в моем свободном пространстве. У меня очень много места еще есть на втором этаже и на третьем этаже, кстати. Ну все, крокодильчик, ложись спать, расти большим и переходи у меня уже быстрее на следующий уровень. И, друзья, на этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Будьте на позитиве. И всем пока-пока. До скорых встреч на канале Мила Гейм.